Здорово, бандиты. Изначально планировал записать другую игру под названием Некромунда, но поиграв в нее с часок, да, я, конечно, записывал, но она была настолько уныла, блять, и неинтересна, что я подумал, да ну ее нахуй в пизду. Запишу что-нибудь другое. И поэтому сейчас будем играть в Stonefly. Каменная муха, камнемуха, что-то такое. К сожалению, в отличие от Некромунды, игра не поддерживает русский язык, только на английском. Давайте смотреть. Что-то про жуков, что-то про мух, что-то такое, что-то я смотрел в мельком геймплейный ролик. Вообще, мне почему-то местные противники, герои напомнили Татикомы из Ghost of the Shell, Призрак в доспехах. И поэтому, собственно, мне она приглянулась, то есть увидел в общем-то этих Татиком, и все. Давайте разбираться, что к чему. Играем на геймпаде, скорее всего. Попробуем на клаве, на джойстике попробуем. На чем будет удобней. Соответственно, если будет много текста английского, даже не буду пытаться переводить. Это гиблое занятие. Ага. Давайте просто насладимся музыкой, картинкой. Говорит, помоги папочке. Папке помоги. Секундочку. Говорит, иди сюда, говорит. Так, я пропустил полностью текст. А что мы ищем? А что мы, простите, ищем? Ага, какие-то инструменты нашли. Нужно подать ключ на 16. Он что-то лежит, что-то мерцает. Возьмем еще. А, я так понимаю, это подсказочка, что нам, собственно, нужно таскать. Да? На, держи. К сожалению, не показывает никакие цели миссии. Он нашел, что что-то рассказывает. Я так понимаю, это какая-то вводная в историю, которую я пропускаю. Вот ты где. Нихуя, что это такое? В общем, я так понимаю, это одна из тех Татиком, про которые я говорил в начале. Это какие-то... какой-то механизм, какая-то, в общем, штука-машина. Для чего-то с чем-то.
общем, мы как-то с ней небрежно обошлись. Папка нас отругал. Говорит, нужно быть осторожными. Что мы же там возразили, что, мол, типа, это какая-то древняя штука-развалюха. Так. И что далее? Что нам следует, собственно, сделать-то? Ну, хотя бы цель миссии написали. Отдохнули. Собственно, залили в Тетиком. Ага, это он подсказывает трек. Ух, нихуя. Мой одуванчик. Это я понял, что джамп. Так. Текст, в общем, я... не читаю. Все, пока. Ага. Повторное нажатие это... Ага. Вон там есть какие-то восходящие потоки. Думаю, на них мы сможем ворваться куда-то. Угу. То есть у нас, получается, вверху слева у нас здоровье есть и возможность починки. Так, X. Что это такое? Это своего рода ускорение. Что это такое? Понятно. Отлично, прямиком в ад нахуй. Утолба, блин. Так понимаю, это для карвинга, что ли, что-то такое, типа для собирательства. Чтобы, говорит, собрать минералы, удерживать вот эту, в общем, кнопочку. Так. Ага. Так, понимаю, нам, ну, туда? Твою дивизию, блядь. Здоровья нихуя нет. Все хорошо, починились.
Это, я так понимаю, атака. Стоп. Ого-го. Да ёпкинский. Так, блядь, твою дивизию. Как я это делал? Погоди. Сейчас все будет. Давай, сейчас ускоримся, блядь. Ага. Ой, блядь, да ну в пизду. Давай искать другой путь. А другого пути нет. Коллектор. Я так и думал. Я понял, что туда. Это я понял, что непонятного-то. Там. Ой, блядь. Не нужны никакие ускорения, просто нужно, блядь, сука, двигаться быстрее. Не лохматить бабушку. А-а-а! Стоять! Как там было? Я, блядь, я уже забыл. Пылесос врубать. Ага, она сейчас сдует. Вон на ветке они сидят, блядь, эти хуйни. Как их, блядь, запылесосить? Идите сюда. Давайте. Так. Отлично. Да, бляха. Тут есть жуки. Все, все собрали. Нормально. А можно?
Вон их можно, блядь, спихнуть. Пошли вон, блин. О, еще есть. Все, давайте, блядь, отдыхайте нахер. А есть еще? О, еще есть. У вас дохуя. А что делать-то? Нужно типа всех сдуть? Или что делать? Давай-ка. Давай. О, другой. Этот несдуваемый. А, то есть ну, можно перевернуть, а потом уже отправлять. Ой-ой-ой, погоди, блин, ты что? Давайте. Блин, приземлись ты. Ну и все. Пока не могу привыкнуть к управлению. Ну, думаю, это все дело приходящее. Вообще, первое ощущение, игра довольно-таки приятная. Несмотря на то, что игра только на английском, и я далеко не все понимаю. Меж тем игра играется сильно приятнее. Так, куда? Туда. Окей. Полетели. Вон там еще студию всего вот этот. Оп. Вон, ага. Начинается, блядь. Деревню выправлять. Нахер тебя. И тебя нахер. Не мешайтесь, ребят, блядь. Не мешайтесь, блядь. Да. Все. Все хорошо. Куда теперь? Так, так, давай теперь туда он. На большую землю. О, значит, опять будет куча противников. Ухо. Цапнули меня, блин. Ага, не сдулись, блядь. О, хорош, ты чё, блядь? Пока не понял. Все понял. Имеет перезарядку. Репайр, я просто думал, что-то у нас пока как-то никак не ограничивают в починке. Ага. Есть еще разрушаемые элементы, я так понимаю. Можно как-то противника подловить на этих местах. Не помню, договорил я, не договорил. В общем, игра... Первые впечатления. Игра гораздо приятнее, чем та же Некромунда. Понятно, что игры совершенно в разных жанрах. Но играется сильно приятней. Вообще несравнимо. Целевая аудитория тоже у игры совершенно разная. Но вот играть интересней.
Он не блядь, жучара, блядь. Хорош. Все еще путаю кнопки. Говорится, старость не радость, маразм не оргазм. Нужно запомнить, что вот эта кнопка, блядь. Собирать. Как, кстати, в управлении-то написано. В управлении, на которое я не смотрю. Так. Что я хотел? А, не важно. А надо, да, ну и похеру. Ого. А вот они, блин. Крысы. До свидос. Так. Прикился желудем. Ай-яй-яй. Мне нужно подлететь. Да, блядь. Нет, не получается так. Ай, бляха. Твою дивизию. Ну ладно, собрали, заебись. А куда ты улетела, блядь? Давай-ка. Ух ты. Что это? Какой-то другой жук? Такого еще не видел. Па-па-па-па-пам. Да-ка. Починимся. Нам туда? Давай, туда. О, сейчас будет файт. Обязательно этих ребят. О, нифига большой какой. Большого не могу так забороть.
Ого! Ты подожди, ты чё, блядь? Плёхо. Как бы с этим решить или непонятно. А, стоп. Ага. Дай-ка попробуем. Подожди ты. А что делать-то? Я понял. Его я понял, а как убить его? Просто забомбить? Тьфу ты, блядь. Я-то думал, что-то нужно там, блядь, подуть на него вот этим вот мелким, чтобы он об него ударился. А то, что, блин, просто нужно его забомбить. Чуть даже не додумался. Слишком сложно думал. Ну, слишком... Слишком много думал, в общем. Все казалось проще. Можно было не париться. Вот такое вот вступление, введение в игру. Этого должно быть достаточно. А, давай вернемся до того, пока отец что-то там, в общем, типа не заметил нашего нашего отсутствия. О, нас спалили. Бля, пизда. Стопудово за нами выехали. Ща, бать такой. Привет, блядь. Где была? Чё хотела? А жука сейчас пиздит. Сюда просыпайся. А, сон. Если вы сильно на английском языке, обязательно пишите вкратце в комментариях. В чем суть-то? Таника говорит, пизды сюда, нахуй. Сейчас будут давать ремня. Гадалки не ходи. Давай.
Ну, этого уже собрали. Тут был вчера другой жучара. В общем, папка очень сильно расстроен, что пропал жучара. И, судя по всему, сейчас мы отправимся его искать. Искать похитителя, кто же у нас его скрысил. Мы, конечно же, видели, кто его скрысил. А, собственно, вот следы. Отлично. Все, мы теперь... Да, вот собираем манатки и отправляемся в длительное и опасное путешествие в поисках похитителя. То есть дочь мало доставила проблем то, что забрала вот этого жучару, блин, спалила его перед кем-то там, его, после чего его спиздили, угнали просто какие-то конокрады, жукокрады точнее. Так мы еще из дома сбежали, чтобы выискать. То есть, ну, отцу проблем, конечно, не хватает. В общем, вышли, оседлали кузнечика. И... Так, кузнечик. Что умеет? Причем минералы, которые мы вчера, блин, налутали, мы забрали с собой. Имейте в виду, да? Так, кстати, тут можно посмотреть было... А. Понятно. Это что это? А что это? Что это за маяки? В общем, оседлали кузнеца. Grasshopper in the grass, he's look like cucumbers. He was green. Так. Оп, оп. Немножко странно кузнечик управляется. Ну да и буй с ним. Уже кузнечик, блин. Откуда нам знать, как управляются кузнечики? Правильно, ниоткуда. Так, прибыли в город. Ага. Тут всякие разные странные личности. Сейчас, собственно, будем расспрашивать. Эй. Нифига, тут вообще, тут не только люди. Тут какие-то еще... Хер знает, кто что за чудовище. Погнали дальше. Эй! Борода. А мы бессмертны. У нас нету ХП. Нет и ничего. Ни кола, ни двора. А мы, в общем, хуячим. Ага. А тут дохера роботов. Я думал, мы какие-то там особенные. А нихера подобного. Тут вон они.
творят всякое. Сейчас мы ему, ей поможем. Бомбардир, понял, да? Давайте сначала соберемся, а там уже будем разбираться с этим дерьмом. А! Во как! Прикольно! Вот это уже поинтересней. Давай. Опа! Или нет? Давай еще раз. Давай покажи, что умеешь. Жук. Давай, давай. Оп. До свидания. Ого. Да что ты, мистер Жук, ты че, блядь? Давай, пока. Ага. На самом деле это прикольно, прикольно. Да. Держи подачу. И ты держи подачу, ты чё? Минус. Опа. Ах ты. Паскуда, тварь. Оп, ты паскуда. Да что ты, блин, не сдуваешься? Давай, до свидания. Да, блин, я же подпрыгнул. Опа-на! Неудача. Давай-ка. Опа-на! Вот и все, разобрались.
Кто-то дерево рубит, на котором мы сидим. Надеюсь, кто-нибудь все-таки подготовит русификатор для этой игры. На самом деле, интересно, я далеко не все понимаю, что происходит. По лору. Но, судя по всему, они нам помогут, так или иначе. Хорошо. Так, подождите. Подождите. Кузечка. Черных хуйни. Так, секунду. Тут уже что-то важное. Это сейчас нужно быстренько поразобраться. Быстренько перезабраться. Тикс. Понимаю, это усиление для этого, для разбиения, что ли, ну, типа, тем, чем мы, типа, пресс, что ли, что-то в этом роде. А дело-то чё? Это у нас задание. Вот я так понимаю, можно улучшать нашего жука. Защита, инструменты, ноги. Залезет, говорит, в этот, где он? А, вот этот. Вот еще один жучара. Так, но он... А, он прыгать не умеет. А, стоп, это, я так понимаю, нужно его установить на ремонтную яму. Так, давай. Jump design. Ага, хорошо. А, то есть это мы выбираем, типа, функционал. Типа, вот он, то, что мы летаем, то, что мы умеем. Это то, что, собственно, в общем, мы собираем. Да, mine собираем. И это.
Стоп. Это леталка, это собиралка, это... А, собственно, это, собственно, разбомбить. Подбирает маленькие объекты. Это, собственно, сдувалка. А, то есть, получается, не хватает нам как раз этого затвора. Keyhold Camp. Замочная скважина, что ли, как это переводится. Я правильно понимаю, что нужно нам ее купить? Вот у этого товарища. Да, вот мы купили. Спасибо большое. Теперь мы можем починить вот эту вот штуку. Окей. Все, теперь мы можем прыгать. Хорошо. Brick Design. Ага. Это что такое? Стоп, а это что такое? Не понял, а это чем отличается? Чем отличается? Окей, предположим. Отремонтировали. А что еще можно? Что-то еще можно? О, я могу крутить, вертеть. Так понимаю, можно в дальнейшем прокачивать. А можно и как-то дизайнами. О! Прикольно. Давайте-ка. Во. Это такой... Так. А, светлее, темнее. Хорошо. Все. Нет, а я могу менять там другой цвет? Например, там второй. Ага, могу. Прикольно. А как выбирать? Не-не, мне нравится, что вот как раз он в центре. Что-то я делаю. Так, а это? Ага, это пятна. Погоди, вот сюда. Что у нас?
А, это заглушки. А, давай это сделаем вот таким. Нет. Так что ты... Это у нас, собственно, основной цвет. Мы сделаем тоже зеленым. Но... Вот такой, типа, камуфляжный. Чтоб самого себя запутать, блядь, в темноте. В смысле, среди другой зелени. Так, нужно, я так понял, идти отдохнуть. Идти отдохнуть. Ага. Ну, наш персонаж отдыхает, и мы на сегодня тоже, скорее всего, отдохнем. Пишите в комментариях, понравилась вам эта игра или нет. Хотите вы смотреть продолжение или нет. Я понимаю, что, возможно, без перевода диалогов и прочего смотреть не так интересно, но, думаю, сюжет и так ясен. Так что, как я уже сказал, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А на сегодня все. Всем всего пока.